Сегодня футбольный клуб «Ярви», основная команда, проводит очередную товарищескую игру. Соперник более чем серьезный. Команда высшей лиги «Инфонет», занимающая по прошлому году 4-е место в высшей лиге, или как мы ее сейчас называем, премьер-лиги чемпионата Эстонии. По договоренности футбольный клуб «Инфонет» должен был играть с командой рижского «Динамо», но та команда не приехала, и они выбрали спарринг-партнеры игроков футбольного клуба «Ярви». Мы дебютанты первой лиги А, это уже, можно сказать, старожилы высшей лиги. Состав команды футбольного клуба «Ярви» я сейчас скажу. Состава футбольного клуба «Инфонет» нет, но, зная некоторых игроков в лицо, я буду их называть. Которых не знаю, тогда уже промолчу. Состав футбольного клуба «Ярви» на эту игру такой. Вратарь Виктор Гусев, защитники Денис Комшин, Михаил Харитонович, Евгений Малахов, Денис Куликов. Игроки середины поля Николай Марчук, Роман Стариков, Илья Язев. Далее в составе Алексей Тихонов и два нападающих Александр Хлобыстин и Илья Медведев. Игра началась атакой футбольного клуба «Инфонет». Мяч дошел в первую минуту до рук нашего вратаря, и он вводит дальним ударом, вводит мяч в игру. Николай Марчук выиграл верховую игру, сыграл с Тихоновым, но Тихонов пытался сыграть с Ильей Медведевым в стенку, но Илья был не точен. И футболисты «Инфонета» контролируют мяч. Денис Луков переводит мяч на находящегося, наверное, на просмотре темнокожего легионера, шестой номер. Еще все знают, что команда «Инфонет» подписала с Мошниковым контракт. Но наши игроки пытались выйти в контратаку, перехватили мяч, и «Инфонет» начинает свою атаку через фланг. Передача на Дымова. Дымов владеет мячом на своего центрального защитника. Тот отдает Денису Внукову, игрока, который в прошлом году играл в «Калеве» Соломяя. Опять Мошников на край, и пройдет передача в нашу штрафную. Но Виктор Гусев легко справляется с ударом. Передача на Романа Старикова. Роман Стариков Дениса Куликова. Тот переводит во фланг на Алексея Тихонова. Тихонов делает неудачную передачу на Илью Медведева. И опять игра идет через Сергея Мошникова, который первые минуты, почти вся игра проходит через него. Опять мяч у Сергея Мошникова, игрока «Инфонета». Он ищет продолжение атаки. Опять передача на правый фланг на Дымова. Дымов сбрасывает на крайнего защитника. Тот держит мяч. Опять через Мошникова контролирует. Передача на Воскобойникова. Видите, я называю знакомую фамилию. Игрок, который много игр поиграл в сборной, в Ливаде и за рубежом. И выходит сейчас, играет за команду «Инфонет». Длинная передача не прошла, мяч ушел в аут, игроки «Ярви» вводят мяч из-за боковой. Михаил Харитонович бросает на Медведева, Медведев в борьбе с двумя игроками теряет мяч. И через центрального защитника пошла атака на наши ворота. Опять игра идет на Мошникова, Мошников уже третий. Передачи выводит крайнего правого защитника вперед, но мяч опять перехватывает Гусев. Гусев бросает рукой на Медведева, Медведев на Харитоновича, тот сбрасывает защитнику Малахову, Малахов Марчуку. Марчук, обыгрывая в сторону, теряет мяч, и 24-й номер игрока «Инфонета» бьет по воротам, но не точно. Гусев ведет мяч ударом от ворот. Вынос вратаря от ворот, выигрывает борьбу
Инфорнет, мячом владеет Мошников. Теперь идет игра через левый фланг. Передача опять в правый фланг, где очень активен Дымов. За прошедшие 5 минут, наверное, уже четвертая передача прошла в этот, но защитники справляются. Опять игроки Инфорнета отобрали мяч, контролируют. Футбольный клуб Ярви играет от обороны. Опять идет передача через правый фланг, опять через нападающего 20 номера Дымова. Подключается крайний защитник Николай Марчук, выбивает мяч в угловой. Стандарт у ворот футбольного клуба Ярви. Потянулись высокие центральные защитники, в район штрафной площади. Будет подаваться угловой. Влуков находится рядом с... Разыграли мяч. Влуков передает мяч. Но подачи не произошло в штрафную. 21 номер на Внукова. Внуков делает высокую передачу. Не дотягивается нападающий. Мяч в аут не уходит. Нет, все-таки уходит в аут. Потеряли мяч игроки Инфорнета. Комшин будет вводить мяч в аут. С аута. Вводит Денис мяч на Колю Марчука. Коля Марчук в борьбе головой. Мяч упускает в аут. Опять игра идет через Мошникова. Мошников направо на темнокожего защитника. На правом фланге очень эти два игрока активны. 6 и 20 номер. Опять игра пошла через Мошникова. Заброс на центрального нападающего Воскобойникова. Тот бьет поворотом, но Гусев выручает команду. Тихонов подхватывает мяч. Харитонович с длинной передачей бросает мяч вперед. Илья Медведев убегает от защитника центрального. Должна быть передача в штрафную. Она и есть, но вратарь Лаврентьев берет мяч в руки. Быстро начинает через Внукова атаку. Успели наши 7 человек в обороне. Успели отойти назад. Контролирует мяч в середине поля. Мошникова мяч. Опять ищет передачу Воскобойникова. Дает передачу в край. Комшин перехватывает мяч, играет через Марчука. Марчук упускает мяч в аут в борьбе с Денисом Внуковым. А он бросает команду Инфорнет. Вводит мяч, контролирует мяч. Назад защитнику своему центральному. Центральный защитник не на дачу нападающему. Перехватывает наш мяч у Марчука. Марчук дает не точно на Тихонова. Харитонович перехватывает мяч. Пошла контратака. Передача на Тихонова. Старик делает. Тихонов лезет в штрафную, но защитник отбрасывает своего вратарю. Вратарь играет длинной передачей. Миша Харитонович перехватывает и головой выбивает мяч в аут. Мошников владеет мячом на Внукова. Внуков делает передачу влево. Левый полузащитник бросает вперед нападающего 21 номера, но мяч уходит за линию ворот. Свободным ударом от ворот Виктор Гусев продолжит игру. Еще один высокий нападающий играет вместе с Воскобойниковыми. Я думаю, что это Сергей Струков, находящийся на просмотре в команде Инфорнет. Вынос от ворот, борьба за мяч. Марчук подхватывает мяч, теряет его. Рома Стариков в борьбе выигрывает мяч. Илья Медведев бросает на Тихонова, но вратарь забирает мяч в руки, рукой начиная атаку. Пошла атака через правый фланг. Все время игра идет через центральных, двоих центральных, через Сергея Мошникова. Все атаки начинаются у команды Инфорнет. Коля Марчук перехватывает мяч, но опять владеют им команда Инфорнета. Наши держат оборону, пока справляются. Внуков на Мошникова. Мошников обыгрывает Рому Старикова. Опять пошла подача на Дымова. Дымов вмещается в центр.
дает передачу на 21 номера гостей, тот врезается в наших игроков, нападающий Инфанета, 24 номер, бьет по воротам, мяч летит выше ворот. Пока явно голевых моментов команда «Инфонет» не создала, но продолжает давление, раскачивает нашу команду. Наши игроки пока справляются. Виктор Гусев вводит мяч свободный от ворот, перебивает на чужую половину поля. Илья Медведев выигрывает мяч на Илью Язеву. 2-1, передача на Тихона. Тихон выходит к воротам, передача в центр штрафной. Но Александр Кланбыси не успевает к этому мячу. Да, имели момент контратаки наши игроки. Выходят из обороны футболисты Инфанета. Опять сбрасывают Сергея Мошникова. Мошников через центрального защитника передает мяч левому защитнику. Левый защитник длинной передачей бросает 21 номера нападающего гостей. Но тут оказывается в положении вне игры. Свободным ударом Денис Комшин ведет мяч в игру. Вводит мяч вперед. Хлобыстин проигрывает борьбу. Катают центральные защитники. Опять в центре поля Мошников один с мячом. Ищет, кому сделать передачу. Играет опять Дымову через правый фланг. Дымов играет Мошников. Мошников врывается в штрафную. Передача в район 8 метров, но Денис Комшин перехватывает мяч, подхватывает мяч опять футболист. Длинная передача середины Внукова на левого нападающего, но Денис Комшин опять отбирает мяч, выносит неточно, мячом владеет на линии штрафной. Денис Внуков бьет по воротам, попадает Марчука, мяч отскакивает к Хлобыстину. Хлобыстин идет один на двух центральных защитников, разворачивается мяч на Старикова. Стариков играет стенку с Ильей Медведевым. Тот отдает передачу Илье Язеву. Язев играет на Старикова. Стариков стенку с Язевым. Владеет нашим мячом. Подача в штрафную. Но в районе 11 метров. Шестой номер команды «Инфанета» перехватывает мяч. И опять играет через правый фланг. Мошников с мячом. Мошником. Ищет партнеров. Играет на крайне своего защитника. Защитник владеет мячом в центр на нападающего. Тот опять в край направо. Опять защитнику, наверное, сейчас пойдет подача. И это играет с Мошниковым. Мошников обыгрывает Хлобыстина. Двигается поперек штрафной. Тихонов перехватывает у него мяч, но мяч уходит недалеко. И Внуков опять владеет мячом, передача в штрафную площадку. Там нападающие гостей, бьет падение, но не попадает мячом в ворота. И удар не слишком получился. Гусев ведет мяч в игру. Отдает на своего опорника Марчука. Марчук скидывает ему обратно. И Виктор длинным ударом посылает мяч в центр поля. Рома Стариков в борьбе. Денис Комшин подхватывает мяч. Мяч, по-моему, попадает в руки. Руку, да, судья дает свисток. Штрафной удар с центра поля будет пробивать футболиста Ярви. Это сделает Роман Стариков. Перевод на Евгения Малахова. Малахов владеет мячом. Посылает передачи на Тихонова, не на дачу. Но шестой номер Инфанета намного быстрее оказался, убежал. Передача на центрального нападающего. Тот отдает Воскобойникову. Воскобойников передача в штрафную. Тихонов подбирает мяч и тут же теряет в районе штрафной площадки. Опять атакуют игроки Инфанета. Слева прессингуют наши их, но опять владеет темнокожий защитник, шестой номер. Мошников с мячом. Контролирует мяч, продвигается вперед нашей обороне. Мяч на высокого нападающего 24. Тот теряет мяч. Малахов перехватывает на Язева. Хлобыстин вперед, контратаку бежит, но его встречают два игрока. Он двоих обыгрывает и бьет поворотом левой ногой, метров с 35. Извиняюсь, это был не Хлобыстин, это был Илья Медведев.
очень похожи эти наши два нападающих. Илья Медведев бил по воротам, мяч прошел выше ворот. Игроки Инфалета разыграли мяч у своих ворот, передает своему центральному полузащитнику Мошникову. Мошников ведет игру, опять передает направо. Дымов обыгрывает Тихонова, но теряет мяч. Тихонов на Харитоновича, Харитонович к Лобыстину, Рома Стариков. Наши пошли вперед, длинная передача на Илью Медведева или Илью Язева, но они, или передача не точная, не поняли друг друга, но мяч уходит в сторону ворот, и игроки Инфалета перехватили мяч, и Внуков владеет мячом, передает мяч в центральный круг. Мяч у крайнего защитника, тот ошибается, отправляет мяч в аут. Михаил Харитонович вводит мяч руками из аута, бросает мяч на Хлобыстина. Хлобыстин в падении вырывает мяч. Коля Марчук, Тихонов теряют мяч. И опять выстраивают наши линию обороны. А в середине поля владеет мячом Денис Внуков. Делает передачу на Воскобойников. Воскобойников контролирует мяч. Наши его атакуют. Передача в край. Еще дальше вправо пошло. Поменялись фланговые игроки крайние. Дымов ушел на один фланг. На правом фланге появился 21 номер. Мяч уходит. Игроки Инфалета сыграли в стенку, но мяч уходит за линию ворот. Виктор Гусев не спеша ведет мяч в игру. Поднимают руку, наверное, это какая-то комбинация. Мяч отдает Евгению Малахову. Малахов сбрасывает Гусеву. Гусев длинной передачей. Мяч центра поля. Илья Медведев боролся, но борьба закончилась нарушением правил. Судья посмотрел, у кого остался мяч, и назначил штрафную сторону наших ворот. Денис Внуков ввел мяч в игру. Пошла игра. Игроки Инфалета передают влево, и там игрок ошибается, мяч уходит в аут. И Дисковшин будет вводить аут, вводит мяч, бросает на Язева. Язев откидывает назад, но Воскобойников перехватывает мяч. 24-й номер бьет по воротам, но не точно. Опять Гусев ведет мяч в игру. Игра у нас возобновится. Пока спокойная игра, идет без нарушений правил. Виктор Гусев бросает мяч, игрок Инфалета выигрывает. Пошла игра на нападающего. Денис Куликов в падении выбивает мяч, страхует своего игрока. И второй раз выбивает мяч в падении. Мяч у Комшина, Комшин мяч на Илью Медведева. Илья Медведев один, перед ним три человека. Двигается вперед, пошел на всю тройку, отыгрался с Хлобыстином. Но мяч перехватили игроки Инфалета. Тут их явно больше в обороне, чем два наших игрока. Идет игра через 24-го номера. На спине у него фамилия Козлов. Наверное, это латышский. Или одета футболка, или это латышский игрок, который играл в прошлом году нападающий, в прошлом году в Инфалете. Один из бомбардиров Инфалета. Опасный прострел. Виктор не достает до мяча, но Денис Комшин в борьбе с нападающим выбивает мяч в аут. Игроки Инфалета на левом фланге ведут мяч в игру. Ввели мяч через своего центрального защитника. Контролируют мяч. Центральные защитники отдают Внукову. Внуков передает право на шестого номера Инфалета. Тот делает длинную передачу. Малахов выбивает головой. И мяч от Язева попадает в руки
Виктора Гусева. Тот берет мяч в руки и бросает мяч рукой Евгению Малахову. Малахов на Старикова. Стариков во фланг Михаилу Харитоновичу. Тот дает на Тихонова. Тихонов в борьбе убегает от темнокожего защитника Ильфалета, но тот сзади нарушает правила. Штрафной удар. Пробьет Михаил Харитонович центральной линии поля. Сейчас будет выполняться штрафной удар, передача. Пошла мяч на двух наших нападающих. Илья Медведев сбросил на Хлобыстина, но Хлобыстин потерял мяч. Центральный защитник делает передачу на Воскобойникова. Коля Марчук пытался перехватить мяч, но не получилось. Игра у Сергея Мошников. Сергей Мошников, по-моему, поднялся повыше. Играет. Вот Воскобойников в подкате передает мяч Внукову. Подача нашу штрафную, но два высоких нападающих не добрались до мяча. Гусев бросает на Стариков. Стариков на Медведева. Тихонов подключается слева. Идет вперед. Обрабатывает мяч. Перед ним центральный защитник. И Тихонова. Тихонов неточная передача. Потеря мяча. Контратака со стороны ворот. Стариков перехватывает мяч у 24 номера Инфонета. Пошла игра через Дениса Комшина. Язев в стенку играет с Марчуком. На том Денис Внуков нарушает правила. Марчук лежит на газоне. И наши игроки сейчас везут в игру. Коля поднялся. Роман Стариков ведет мяч в игру. Прозвучал звисток судьи. Стариков делает подачу в штрафную. Илья Медведев. И Тихонов бьет по воротам. Да, реальный был момент. Тихонов не попадает в ворота, но реальный был момент забить мяч в ворота. И вратарь Михаил Лаврентьев берет мяч. Не спеша вводит через центрального еще одного, наверное, легионера. Темнокожего, который прихрамывает на поле. Игра идет через запорника Внукова. Внуков опять во фланг. Вся игра, по-моему, строится через... Многие атаки Инфонета строятся через правый фланг. Коля Марчук накрывает нападающего. Перевод на левый фланг. Центральный защитник пошел вперед, играя с Фастагойниковым в стенку. Вот Денис Комшин перехватывает мяч, теряет его, снова перехватывает. Отдает мяч Старикову. Стариков с Язевым. Язев теряет мяч. Защитники пока владеют мячом. Сейчас будет перевод. Опять перевод во фланг. Вправо. Тихонов атакует игрока. Проигрывает эту борьбу. Подача идет на Воскобойников. Воскобойников не попадает по мячу. Денис Комшин дальше дальним ударом выбивает мяч. Илья Медведев принимает, но на нем фолят. И быстро пошла, почему-то зачем-то наши торопятся, быстро пошла, и Николай Марчук не точно отдал Денису Комшину. И мячом владеет Инфонет. Воскобойников передает левому полузащитнику. Тот теряет мяч. Мячом Денис Внуков. Илья Медведев ждет передачи, не двигается к мячу. Перехватывает. Сейчас немного или наши подустали. Игроки Инфонета немного побыстрее. Вот именно в эти 5 минут. Сейчас будет подача к нашим воротам. Высокая подача. Перелетает через всех игроков. Но крайний нападающий на своего левого защитника. Обратно центральному защитнику. Владеет мячом. Опять игра пойдет, наверное, через... Теряет мяч центральный защитник. Внуков подхватывает мяч. Рома опять дает, Денис Внуков опять право на крайнего защитника. Тихонов немного подталкивает защитника, и тот выпускает мяч за линию ворот. Свободным ударом от ворот Виктор Гусев ведет мяч в игру.
Виктор Гусев не спеша ставит мяч и будет вводить мяч в игру. Разбегается. Длинная передача. Перехват. Грудью останавливает центральный защитник. Перехватывает. Денис Комшин проигрывает 20-му номеру. Тот владеет мячом. Отдает назад на Дениса Внукова. Денис Внуков владеет мячом. Передача на игрока Альфанета. Тот пропустил мяч. Контролирует мяч. Мяч у Альфанета на фланге. Не смог обыграть Михаила Каритановича. Тот отобрал мяч, играет назад на Тихонова. Тихонов через хорошую передачу делает на Старикова. Наши владеют мячом. Стариков в центре поля. В центре поля отдает передачу Каританович. Подключается к мячу. Потеряет мяч. И игроки Инфонета идут в атаку. Мошников владеет мячом. Рома Стариков активно атакует его. Играет еще на одно. Перевод на левый фланг. Обыгрывает игрок Комшина. Бьет по воротам. Мяч проходит выше наших ворот. Но удар был опасным. Гусев. Гусев от ворот. Ведет мяч. Слышит голос нашего тренера Алексея Тихомирова. Делает сегодня активно подсказки. Пока наши играют неплохо. Комшин бросает аут на Хлобыстина. Хлобыстин мячом владеет Стариков в середине поля. Отдает Илье Язеву. Его сзади атакует 12-й номер. Илья Язев на газоне. Стариков пробьет штрафной. Наверное, будет подача диагональная на Тихонова или Илью Медведева. Стариков у мяча. Делает передачу. Центральный защитник гостей выбивает мяч. И игроки Инфонета с мячом играют через центр Сергея Мошникова. Мошников берет мяч на Харитоновича. Владеет мячом Инфонет. Пробрасывает мяч вперед. Виктор Гусев выходит. Виктор Гусев выходит из ворот. Проталкивает мяч игрок. Мяч попадает в штангу. И, наверное, в кого-то из наших игроков. От кого-то из наших игроков в сутолоке мяч уходит в угловой. Некоторые игроки Инфонета поднимали руку, якобы был гол, но судья показал мяч на угловой. Подача углового на ближнюю штангу. Денис Куликов на месте. Внуков подбирает мяч. Илья Язев атакует защитника, но тот играет через своего вратаря. Наши опускаются все на свои места. Левым флангом атакуют игроки, играя через своего центрального защитника, через Дениса Внукова. Внуков делает длинную передачу на левый фланг. Игра на левом фланге. Атакуют игроки Инфонета. Владеет мячом. Перехватывает мяч Язев. Марчук отдает Комшину. Комшин делает подсечку. Еще один раз Комшин играет с мячом. Хлобыстин в борьбе. Не успел мяч перехватить, но все-таки Марчук выбивает мяч. Наши нападающие пока не могут овладеть мячом. Мошников сейчас опустился опять чуть ниже, как он начинал первый тайм. Сейчас он играет чуть выше. Наверное, они чуть-чуть перестроились. Коля Марчук выбивает мяч в угловой. Немного перестроились, и Сергей Мошников поднялся повыше. Заработали сейчас угловые игроки Инфонета. Все игроки, почти все игроки в штрафной нашей площадке. Подача углового. Денис Нуков подает угловой. Виктор Гусев криком «Я!» забирает мяч. И рукой вводит мяч на Илью Медведева. Илья Медведев, делая передачу в центр, теряет мяч. И защитник Инфонета играет через вратаря. Вратарь на другой фланг переводит.
не идут большими силами игроки. Вот сейчас их 5 человек на своей половине поля, не идут большими силами вперед, наверное, стараются вытянуть наших игроков на свою половину. Но те пока четко выполняют, наверное, установку тренера. Малахов выбивает мяч головой, Стариков выбивает мяч. Илья Медведев не успевает к мячу. Опять игроки Инфонета в середине поля, четверо игроков контролируют мяч. Через недодачу играют с игроком. Мошников отдает на правый фланг опять. Играет в стенку. Тихонов сбрасывает мяч в середину. Отскакивает в середину своей, но Гусев взял мяч. Хлобыстин обыгрывает игрока, передает Тихонову. Стариков играет с Тихоновым. И Тихонов за 5 метров отдает неточную передачу. Потеряли наши мяч. Игроки Инфонета вновь атакуют. Мошников играет с мячом. Длинная передача на Воскобойников сбрасывал мяч головой в сторону наших ворот, но Виктор Гусев на чеку и забрал мяч. Харитонович начинает атаку длинным переводом на Медведева. Медведев идет один на один с защитником, владеет мячом, недодача с Язевым. Язев Хлобыстину. Хлобыстин в падении хотел забрать мяч, но от его ноги мяч отскакивает к игрокам в черной форме. И футболисты Инфонета неспешно начинают атаку. Опять Мошников, как и в первой минуте игры, активизировался, и мяч играет, и ведется через него. Сейчас делает передачу в штрафную, правый фланг. Мошников бьет поворотом. Там Воскобойников поборолся, от его головы мяч отлетел на линию штрафной, и Мошников сильным ударом послал мяч выше ворот. Как иногда шутит в футболе форвард, пробил сильно и точно, но мяч прошел 10 метров выше ворот. Виктор Гусев вводит мяч, Илья Язев поборолся, мяч отскочил к Денису Медведеву. Вот к Илье Медведеву, но Илья Медведев нарушил правила. Разыграли быстро игроки Инфонета. Внуков с мячом опять играет на правый фланг. 21 номер обыгрывает Алексея Тихонова. Владеет мячом на центрального нападающего. Тот отбрасывает Внукову. Опять в позиционной атаке. Игроки Инфонета расшатывают нашу оборону. Сергей Мошников вперед на Воскобойникова. Виктор Гусев опережает грозного нападающего команды Инфонет. Харитонович длинной передачей бросает мяч вперед. Выигрывает центральный защитник. В стеночку отыграли. 21 номер бросает 6 номера. Тот делает длинную передачу. Комши должен сыграть головой. Мяч отскакивает к нашему вратарю. Тот, у того мяч в руках, тот ведет мяч в игру. Наверное, до конца игры осталось минут 10, чуть меньше 10 минут. Пока особо голевых моментов мы не заметили. Тихонов владеет мячом. Нарушение правил. Харитонович ведет мяч с центральной линии поля. Левой ногой смотрит, кому отдать передачу. Делает передачу на Илью. Илья не достал мяч. Тихонов борется с Мошниковым. Мошников упускает мяч за боковую линию. Наши на чужой половине поля будет бросать аут. Ввели мяч с углового, с аута, мяч у Ильи Медведева. Медведев сыграл с Марчуком, но мяч до него не дошел. Игроки начинают атаку через центральных защитников. Мяч передает Денису Внукову. Денис Внуков переводит влево, на левого полузащитника. Те опять сбрасывают назад. Контролируют мяч. Много игроки. В основном игра идет через правый фланг. Опять подключается защитник.
Ну, опять передача неточная. Нервничает шестой номер обороны. Но, как говорят, передача виноват тот, кто дает эту передачу. Виктор Гусев не спеша будет вводить мяч ударом от ворот. Длинная передача. Илья Медведев борется с центральным защитником. Хлобыстин не успевает к мячу. Мяч подхватывает Мостиков. Марчук в борьбе теряет мяч. Харитонович перехватывает. Тихонов не смог обработать мяч. И пошла контра на наши ворота. Длинная передача на справа фланга налево. Виктор Гусев с криком «Я!» забирает мяч. Бросает мяч рукой на Марчука. Марчук в борьбе обыгрывает игрока. Отыгрывает на Старикова. Стариков на Язева. Комшин делает забегание. Передача не последовала. Длинная передача на Хлобыстина. Защитник, центральный защитник головой упускает мяч в аут. Александр Хлобыстин оставляет мяч Харитоновичу. Тот будет аут вводить. Наши на чужой половине поля. Бросают аут. Бросает мяч на Хлобыстина. Хлобыстин не точно сбрасывает. Воскобойников подхватывает мяч в центре поля. Двигается вперед на большой скорости. Передача на 24 номера. Тот в край Мошникову. Атакуют на нашей половине поля. Длинная передача на Мошникова. Перелетает через Харитоновича. Тот врывается в штрафную Мошников. Но Виктор Гусев успевает. И рукой бросает мяч в направлении Ильи Язева. Язев по правому флангу продвигается вперед. Три человека ему помогают. Язев отдает передачу Хлобыстину. Хлобыстин отыгрывает назад на Старикова. Старикова будет отдавать Харитоновичу. Харитонович мяч под левой ногой. Делает длинную передачу, но там высокий центральный защитник. Убивает мяч головой. И Харитонович также мяч убивает головой в аут. Владеют на свое поле игроки. Инфолета. Мяч опять через Внукова на левый фланг. Опять мяч приходит к Внукову. Контролирует мяч. Мяч в нож, к Мошникову. Мошников на Воскобойникова. Воскобойников мяч в край. Я с края пошла подачу на 11 метров наших ворот. Коля Марчук, выбивая мяч, не попадает по мячу. Удар по нашим воротам, 24 номера инфолета. Но мяч опять проходит выше ворот. На футболке у этого игрока 24 номер в игре с Калевским Силамяя Калев. По 24 номерам играл Сергей Струков. Сейчас, но на футболке на спине написано «Козлов», поэтому пока не знаем, кто это играет. Игра сейчас в середине поля у нападающего. Тут на Воскобойников. Воскобойников на Комшина. Комшин не дает игроку выйти один на один. Отбивает мяч. Мяч у Малахова. Малахов владеет мячом. Делает длинную передачу в район Хлобыстина. Хлобыстин не добрался до мяча. Мяч контролируют защитники. Пока не продвигаясь вперед. В центре поля отдают Внукову. Внуков делает длинную передачу опять на центрального, на крайнего защитника подключающего. Но Харитонович на чеку отбивает мяч в аут. Мошников вводит мяч с аута. Бросает на 25 номера. Длинная передача в район нашей штрафной. 24 номер играет на Воскобойника. Играет в стенку. Но Денис Куликов в подкате выбивает мяч у Ромы Старикова. Рома Стариков поторопился, наверное, играя на Хлобыстина. Можно было сыграть через планги. Опять длинной передачей. Неточно играют игроки Инфолета. Мяч уходит за линию ворот. Виктор Гусев ведет мяч. Ведет мяч в игру. Несколько минут остается до окончания первого тайма. Пока несколько опасных ударов, но выше ворот пробили игроки Инфолета. Один был прострел
очень опасный прострел, который ликвидировал Денис Ком. Был всего лишь один момент, когда головой замыкал передачу Алексей Тихонов, но мяч прошел мимо ворот. Опять по правому флангу на Мошникова передача. Он плохо обработал мяч. Мяч опять уходит за линию ворот. Свободный удар от ворот футбольного клуба «Ярви» проведет Виктор Гусев. Виктор Гусев играет на Старикова. Стариков на Дениса Куликова. Куликов в центр поля. Там Внуков перехватывает мяч. Мяч на 21 номера. Опять подключают правого защитника. Тут очень активен в этой игре. Делает середину поля. Коля Марчук вырывает мяч. Мяч у Тихонова. Три человека. Тихонов дает передачу на Хлобыстина, но защитник, хозяев много быстрее нашего Александра перехватывает мяч. Аут будет бросать команда «Инфонет». Разыгрывает, бросает на своего центрального. Пошла игра через Дениса Внукова. Внуков левому полузащитнику. Вот пока еще на своей половине владеет мячом. Вперед на Воскобойникова. Воскобойников отыгрывает мяч опять с Внуковым. Внуков делает длинную передачу на 21 номера. Но Евгений Малахов отлично играет головой. И перехватывает мяч Тихонов. Тихонов на Медведева. Медведев не обработал мяч. Пошла атака на наши ворота. Воскобойников владеет мячом. Мяч попадает в Марчука. И Денис Комшин выбивает мяч в аут. С аутом ввели мяч игроки «Инфонета». Пять мяч у Внукова. Внуков играет на Мошникова. Мошников играет на Воскобойникова. Играет в стенку в недодачу. Мошников владеет мячом. Будет отдавать, наверное, вправо. Нет, обычно его атакуют, он отыгрывает центрального защитника, тот двигается вперед, отдает недодачу, хорошо Марчук сыграл, не дал игроку принять мяч. Мяч у Внукова, опять играет мячом. Роман Стариков перехватывает мяч, дает центр поля на Марчука, тот не успевает. Немного побыстрее, конечно, скорости у игроков «Инфонета», но пока наши обороняются очень успешно. Ничего пока в первом тайме, ничего не могут сделать. Сейчас опять атакуют последние минуты. Тихонова обыгрывает Мошников, раскачивает Харитоновича, делает на Воскобойникова. Воскобойников длинную передачу. Нападающий сбрасывает на Илью Медведева. Илья Медведев теряет мяч. Внуков с мячом. Катается своим защитником. 20 номер играет влево. Слева сейчас будет передача. Выбивает мяч наши защитники. Воскобойников бьет поворотом, но попадает в Алексея Тихонова, от которого мяч уходит за линию ворот. Аут. Бросает Мошникову. Мошников будет подавать. Делает красивую подачу. Но не сильный удар головой. Мяч пока владеет Гусев. Берет его в руки. Наверное, последняя минута. Идет судья, посматривает на часы. Виктор Гусев готов ввести мяч в игру. С рук выбивает его. Центр поля. Опять защитник принимает на грудь. Обыгрывает Хлобыстина на скорости. На скорости уходит. Делает прострел. Мяч попадает сначала в нашего защитника. И все-таки от защитника «Инфонета» уходит в аут. Один судья показывает, что угловой. Другой судья, главный, доказал, что он главнее. И показывает мяч. Ведет Гусев от ворот. Вводит на Романа Старикова. Стариков владеет мячом. Опять Гусева. Гусев длинной передачей ведет мяч вперед. Борьба за мяч головой. Хлобыстин проигрывает мяч. Тихонов борется в подкате. В грубом подкате. 25-й номер выбивает мяч. Свисток судьи. Наши на последней минуте
будут вводить мяч штрафным ударом в сторону штрафной площадки команды «Инфонет». Наверное, это один из последних касаний по мячу. Стариков делает передачу в штрафной, идет высокий навес. Центральный защитник сбрасывает мяч головой. Денис Куликов выигрывает мяч. Хлобыстин играет под Катин, но третий номер, еще один темнокожий футболист, овладел мячом, но Хлобыстин выбивает мяч у него в аут. Сейчас наши на чужой половине прессингуют. Выходят игроки «Инфонета», наши бегут назад. Денис Комшин перехватывает мяч. Мяч у Романа Старикова в центре поля, где начиналась игра, там она и закончилась. Свисток судьи, первый тайм закончился. Итак, начинается второй тайм. Команда «Ярви» начала игру с центра поля, откидывает мяч своему центральному защитнику Малахову. Малахов переходит во фланг Куликову. Куликов на Комшина. Комшин отдает мяч. Хочу сказать, что произошла замена. Вышел грузинский нападающий Лаша Кемухташвили. И поменял он Илью Медведева, российского игрока, который будет играть в футбольном клубе «Ярви». Сейчас мячом владеют игроки «Инфонета». Хочу сказать, что произошло много замен у команды «Инфонета». По ходу начала второго тайма я расскажу, во-первых, кто покинул, тех, кого знаю в лицо. Сейчас была длинная подача в район нашей штрафной. Куликов выиграл мяч. Хлобыстин в центре поля отдает на Лашу. Лаша обыгрывает защитника, владеет мячом, делает передачу на Тихонова. Тихонов перед штрафной площадкой отдает на Лашу. Лаша лезет в центр поля, хотел сыграть стенку с Тихоновым, но проигрывает мяч. Куликов в борьбе сбрасывает мяч. Сбрасывает мяч на... Ну, игроки «Инфонета» перехватили мяч, наши же нарушили правила. И на своей половине поля игроки Кулинич отдает мяч Внукову. Это вот, хочу сказать, эти два игрока, которые остались на поле. Еще остался на поле шестой номер, темнокожий футболист, который играл крайнего защитника. 21 номер остался на поле. Сейчас шестой номер пытается обыграть нашего Алексея Петюкевича. Да, вот появился еще один игрок. Сейчас я разберусь, кого он заменил. Алексей Петюкевич вышел играть на левом фланге. По-моему, он заменил Илью Язева. И Алексей Тихонов перешел играть в середину поля. Алексей Петюкевич играет слева в полузащите. Да, вот появился. Сейчас наши спалили на еще одном известном игроке. Это Юрий Евдокимов, который много лет играл за команду «Намикалью», а сейчас и вот играет в «Инфонете». Михаил Харитонович перехватил мяч в подкате на Тихонова. Тихонов делает длинную передачу на Лашу. Но центральный защитник, который тоже появился, не знаю его в лицо, появился в составе команды «Инфонета». Мячом владеет Евдокимов. Евдокимов играет на 21 номера, сбрасывает назад центральному защитнику. 25 номер тоже остался играть на поле, центральный защитник. Поменяли темнокожего защитника. Вышел 23 номер. На спине написано «Данилин», но я не знаю этого игрока в лицо. Стариков играет на Лашу, на правый фланг. Лаша возвращает Старикову. Стариков владеет мячом, играет на Марчука. Марчук назад откидывает на Дениса Куликова. Денис на Стариков. Неплохо. Первые минуты наши владеют мячом. Игроки «Инфонета» отбирают мяч сейчас. Тихонов вводит мяч на Алексея Петюкевича. Алексей Петюкевич обыгрывает 22 номера.
продвигается дальше. Стариков на Комшина. Комшин врывается в штрафную, бьет поворотом. Вратарь забирает мяч в руки. Кстати, вратарь у команды «Инфонета» тоже поменялся. Или это Матвей Игонин, или не знаю. В лицо не знаю, поэтому не могу сказать. Но вместо Лаврентьева вышел другой вратарь. Почти все игроки поменялись. Остались 3-4 игрока, которые остались на поле. В нашей команде поменялось только 2 игрока. Больше замен у нас нет. Хлобыстин играет стенку со Стариком. Стариков выходит один против центрального защитника. Уходит влево, падает. Но судья разводит руки. Нарушения не было. Длинная передача. Комшин справляется. Выбивает мяч на угловой. 7-й номер с мячом. Теряет мяч. Мяч у Лаши. Лаша дает передачу на Хлобыстина. Не понимают друг друга. Надо продолжать играть дальше. Внуков с мячом в середине поля. Отдает мяч Евдокимову. Евдокимов переходит в свою половину поля. Назад на Внукову. Внуков владеет мячом. Отдает мяч на 21 номера. 21 номер будет делать передачу на темнокожего защитника. И забивают первый гол в наши ворота. Вроде ничего опасного не предвещало. Была передача низом. Мяч был в ногах у Куликова. Но не успел выбить мяч. Не успел выбить мяч. И на добивании забили гол. 1-0. Команда Ярви проигрывает. Опасное подключение было. Вот темнокожего игрока. Надо продолжать играть дальше. Неплохо играли в первом тайме. Начали неплохо. И подключение игрока быстрого привело. Лаша обыгрывает опять своего защитника. Двигается вперед. Передача не проходит. Зажимал мяч у форварда. И начинает атаку на нашей половине поля. Переходит на наше половину поля. Стариков перехватывает мяч, владеет мячом, отдает мяч Комшину, Комшин на Куликова, Куликов отдает Старикову, Стариков на Колю Марчука, Марчук пытается играть со Стариковым, теряет мяч, забрали мяч игроки «Инфонета», атакуют наши ворота, перекидывая мяч друг другу. Мяч у Кулинича, один еще знакомая фамилия. Внуков делает передачу на правого центрального защитника. Центральный защитник отдает длинную передачу вперед. Появился впереди в нападении, вижу на спине написано Головлев. Один из в прошлом году игроков дубля, который много мячей забил. Появился в нападении. Сейчас небольшая остановка игры. В центре поля лежит центральный защитник команды «Инфонета». Прихрамово поднимается. Сейчас игра возобновится. Наверное, спорный мяч. И судья передаст владение мячом нашей команде. Фэрплей, так называемое в футболе. Можно поаплодировать, но не так много зрителей. Этих аплодисментов было не слышно. Куликов владеет мячом. Отбрасывает мяч вратарю. Вратарь передает на Евгения Малахова. Малахов передача на Тихонова. Тихонова толкает в спину. Он отдает Старикова. Стариков на Харитоновича. Харитонович на Илью Петюкевича. Тот петляет, цепляется за мяч. Владеет мячом. Бьет в игрока «Инфонета». Аут наши зарабатывают. Теряет Тихонов мяч. В центре поля один игрок, 7-й номер. Владеет мячом. В прошлой игре под 7-м номером играл Никита Каляев. Российский легионер
не знаю, он ли это или не он. Кулинич владеет мячом, мяч на Внукова. Внуков Тихонов перехватывает мяч в борьбе. Свистка нету, Тихонов лежит, свистка нету, Внуков подбирает мяч, отдает его вправо. Наши перехватывают мяч, мяч у Петюкевича, Петюкевича толкают руками. И Стариков готовится ввести мяч, отбрасывает мяч назад на Куликова, Куликов отдает дальше на Комшина, Комшин обратно Куликову, Куликов переводит мяч на другой фланг Малахову. Малахов делает длинную передачу на Петюкевича, но мяч уйдет в аут. Мяч уйдет в аут. Сейчас возобновится игра. Она и возобновилась. Мяч опять у центрального защитника. Тот отдает Внукову. Денис Внуков отдает в центре поля на 21 номера. Почему-то он свободный. Вводит мяч. 22 номер делает длинную передачу на Юрия Евдокимова. Евдокимов не смог обработать мяч. Наши играют стенку. Тихонов владеет мячом. Владеет мячом, продвигается дальше. Играет стенку с Петюкевичем. Мяч уходит в аут. Харитонович подключался, но мяч не дошел до него. Вели быстро мяч игроки Инфонета. Контролируют мяч на свое поле. На своей половине поля. Кулинич владеет мячом. Отдает мяч Головлеву. Куликов в подкате выбивает мяч. Мяч по линии катается. Центральный защитник передает мяч Внукову. Внуков в центре поля отдает направо правому защитнику. Правый защитник опять играет назад через Внуков. Внуков делает длинную передачу на другой фланг. В одно касание играет игрок от Дениса Комшина. Мяч уходит в аут. Бросает мяч. 23 номер. Отдает мяч своему центральному защитнику. Тот прогревается вперед. Играет через правый фланг. Задает неточную передачу на Головлева. Головлев не добирается до мяча. Гусев вводит мяч на Старикова. Старик владеет мячом. Отдает мячу Малахову. Малахов делает неточную передачу. Мяч уходит в угловой. Угловой удар. Команда «Инфонет» подаст угловой удар. Посмотрим, что сейчас будет. Это один из немногих угловых. По-моему, в первом тайме их было всего в два. Во втором тайме это первый угловой. Разыграли угловой. 21 номер. Отдает мяч на Внукова. Внуков делает передачу на район 11 метров. 11 метров. Евгений Малахов выбивает мяч головой. В борьбе головой наши выбивают мяч. Отдают мяч Петюкевичу вперед. Петюкевич дает на Харитоновича. Харитонович играет с Петюкевичем, но не точно. Шестой номер перехватывает мяч. Наверное, надо делать диагональ. Хотя, не знаю, как было сказано играть тренером. Игроки «Инфонета» опять контролируют мяч. Они сейчас, они, как и в первом тайме, больше владели мячом. Наши защищаются. Опять бросают вперед темнокожего и игрока. Но мяч уходит за линию ворот. Свободным ударом от ворот. Наш голкипер Виктор Гусит ведет мяч. Сегодня ему замены нет. Хочу сказать, что сегодня футбольный клуб «Ярви» проведет вечером в этом же манеже еще одну игру с городской командой «Марду», которая в прошлом году в нашей Лиге «Б» заняла первое место. Там будет играть второй состав. Ну и молодые игроки. Проход через центр. За это время отдали на линию штрафной площадки. Евдокимов обыграл первым касанием, подработал себе мяч и в дальний угол проводит второй мяч в ворота. Наш не сильным ударом, но точным забивает второй мяч в наши ворота. Наверное, не так много сил
осталось наших игроков, потому что все-таки почти всю команду поменяла команда «Инфонет». И наверное, подготовлены лучше, другую подготовку прошли команда высшей лиги. Ну, посмотрим все, что будет дальше. И 2-0 счет пока не очень плохой для нашей команды, можно сказать. Но самое главное, игроки получат необходимый опыт, большую нагрузку. Да и тренер со своей позиции увидит наши слабые и сильные места. «Инфонет» опять владеет мячом, потеряли. Тихонов отбирает мяч, играет с Лобыстином, отдает мяч Петюкевичу. Петюкевич владеет мячом, обыграет своего игрока, отдает мяч на Лобыстину. Но защитник, 25-й номер, центральный защитник, видно, что значительно превосходит нашего нападающего в скорости и забирает мяч. Внуков опять владеет мячом, отдает на Евдокимова. Евдокимов отдает мяч на 7-го номера, и тот бьет поворотом. Мяч проходит выше ворот. Сейчас Гусев ведет мяч в игру. Гусев дает мяч Марчуку. Марчук отбрасывает Гусеву. Гусев передает мяч на левый фланг Харитоновичу. Харитонович играет на Петюкевича. Петюкевич спиной чужим воротам. Отыгрывает на Харитоновича. Вводит мяч. Вводит мяч. Отдает мяч своему вратарю. И Виктор убивает мяч в центру поля. Защитник выигрывает борьбу у Хлобыстина. Опять контролирует мяч. Передают центр поля. Внуков переводит мяч на другой фланг. Комшин не успевает к мячу. 12-й номер двигается, отдает на 21-го. Тот врывается в штрафную. Но Рома Стариков был на мяче. Опять теряет мяч. Нашим чуть-чуть не хватает. И в первом забитом голе был Денис Куликов первым на мяче. Но надо было, наверное, просто выбить мяч. Контролируют мяч игроки «Инфонета». Наши защищаются. На правый фланг пошла передача. Сейчас будет передача, да, не на дачу. Наши защищаются. Обступили нашу штрафную. Игроки «Инфонета» передают друг другу мяч. Мяч у Внукова. Внуков делает передачу опять на Головлева. Головлев сбрасывает на 7-го номера. Удар поворотом. Мяч попадает в наших игроков. Отскакивает Петюкевичу. Петюкевич дает мяч на Тихонова. Но Тихонова накрывает два игрока. И все-таки Тихонов зарабатывает аут для нашей команды. Петюкевич выиграл мяч. Стариков не успел к этому мячу. Отдает мяч на Иса Куликова. Куликов на Комшина. Комшин дает передачу на Хлобыстина. Хлобыстин не успевает. Вратарь перехватывает мяч. И в середине поля опять владеют и футболисты «Инфонета». Идут в атаку. Катают мяч, контролируют. Точные передачи пока. Сейчас игра идет через Юрия Евдокимова. Евдокимов сохранил мяч со своим центральным защитником. Мяч у Внукова. Передача направо на темнокожего игрока. Тот делает передачу в штрафную, но не точно. Мячом будет владеть Виктор Гусев. Ведет его от ворот. Дает на Дениса Куликова. Денис Куликов продвигается вперед. Опять отдает на Гусева. Гусев ждет, отдает на Куликова. Куликов на Комшина. Мяч уходит в аут. Игроки «Инфонета» сегодня играют в темной форме. Я об этом не сказал. Игроки футбольного клуба «Ярви» в желтой. Обыграли наших игроков в центре поля. И Петюкевич перехватывает мяч. Наши полетели в контратаку. Тихонов отдает Петюкевич отдает передачу Тихонову. Но тот не добирается до мяча. Мяч уходит в аут. Хорошая была контратака. 5 человек поддерживали атаку.
нашей команды делает обратную замену. Наверное, ветеран Евгений Малахов подустал чуть-чуть. И на поле обратно выходит Илья Медведев. Товарищеская игра. Команды, наверное, договорились, что можно сделать обратную замену. У нас их не так много замен. Так как, еще раз вам повторю, 18:00 в этом же манеже. Сейчас 2 часа выйдет команда Ярви, участвующая в турнире Д. Там будут играть молодые игроки вкупе с ветеранами команды. Поэтому этот отчет о том матче вы на страницах Инфонета увидите. Сейчас игра продолжается. Илья Медведев занял позицию Малахова в центре защиты. Наверное, тренер пробует нападающего Илью Медведева играть на этой позиции, попробовать наиграть. Денис Внуков владеет мячом, а игроки Инфонета вышел. Еще один свежий игрок, произвели замену, контролируют мяч, наши обороняются, делают свою тактику. Пока не доходит мяч до нашего грузинского нападающего Лаши, который пока свеженький и может, наверное, может обыграть один в один, но пока возможности нету. Игроки Инфонета идут по левому флангу, обыграли наших 3 в 3. Мяч перехватывает Хлобыстин, отдает вот наконец-то Лаше. Лаша двигается с мячом, обыгрывает Дениса Внукова, отдает передачу в центр поля на Рому Старикову. Стариков на Илью, Медведев на Харитоновича. Харитонович двигается вперед, отдает мяч на Петюкевича. Петюкевич обыграл своего полузащитника, мяч на Тихонова. Ну, Тихонов, видно, подустал, не так двигается быстро. Перешла команда Инфонета нашего половину поля. Ковша защищается. Передача. Попадает мяч Марчука. Лаша выигрывает мяч, но до Хлобыстина мяч не доходит. Опять контролирует мяч футболисты Инфонета. Внуков делает мяч вперед. Ковша сбрасывает мяч на Куликова. Куликов тоже мяч убивает головой, но все-таки игроки Инфонета подхватывают мяч. Седьмой номер делает передачу на 18 номера. Тот владеет мячом. Комшин перед ним и играет седьмым номером и упускает мяч в аут. Футбольный клуб Ярви ведет мяч из аута. Это сделает Денис Комшин. Наверное, надо бросить мяч вперед, а не назад. Бросает мяч вперед на Тихонова. Тихонов медленно разворачивается, забирает у него мяч. Игроки перепасывают мяч друг с другом. Внуков переводит с центра в левый фланг. Здесь появился свежий игрок. Игра пошла через него. Продвигаются левым флангом. Играют в стеночку. Коля Марчук перехватывает мяч. Но опять Лаша забрал мяч. Хлобыстин обыграл, наверное, сейчас отдаст мяч Лаше. Опять передача от Саши неточная. И вратарь вратарь Инфонета, наверное, гостями можно назвать сегодня футбольный клуб Ярви. Все-таки команда Инфонет базируется в Таллине, а наша команда Кукла Ярви. Наверное, все-таки гости будем мы, а команда хозяев. Мы назовем команду «Инфонет» сегодня. 5 передача пошла на быстроногого темнокожего футболиста под номером 6, который в первом тайме опасно подключался к атакам. А сейчас, по-моему, просто играет впереди. Была передача в штрафную, подставлена нога защитника. Команда «Инфонет-2» будет подавать... Команда «Инфонет» будет подавать второй угловой у наших ворот. Пауза затягивается, ищет мяч. Разыграли игроки мяч у Дениса Внукова.
входит в штрафную, игрок передает мяч на 23-го номера, тот бьет по воротам, но мяч выше ворот проходит, и сильный удар, Гусев ведет мяч от ворот. Отдает мяч на Старикова, Стариков один, разворачивается, играет на Комшина, Комшин на Лашу, Лаша играет на Тихонова, Тихонов на Лашу, Лаша делает длинную передачу на Петюкевича, защитник головой выбивает мяч и сбрасывает мяч своему вратарю, тот бросает мяч себе в ноги и вперед посылает правого защитника, опять играет через Внукова, вся игра идет у них через Дениса Внукова, через Юрия Евдокимова сейчас. Они между собой вводят мяч, отдают право. Пять с мячом Денис Внуков теряет мяч. Петюкевич забирает мяч, отдает мяч Тихонову. Тихонов на Хлобыстина. Хлобыстин посылает мяч вперед на Лашу, но центральный защитник перехватывает мяч. Инфанет двигается вперед. Мяч у Евдокимова. Тот обманным финтом раскачал и обыграл Хлобыстина. Хлобыстина уже видно, сил осталось мало. Он держится за коленки. Тяжело играть все-таки. Вот Стариков перехватывает мяч в середине поля у 21-го номера. Возвращается назад, обыгрывает его, дает Хлобыстину. Хлобыстин двигается вперед, идет на своего защитника. Играет стенку, опять мяч неточный. Много передач неточных Александр Хлобыстин сейчас производит. Видно, подустал. Аут вводит, но свисток арбитра производит замена. И шестой номер, я бы сказал, наконец-то покидает поле. Очень много хлопот доставил нашим игрокам в первом тайме. Измучил там оборону нашей команды. Первый гол прошел. И из-за его острого подключения и передачи поменяли его, этого игрока. Вышел еще один свежий игрок. Игра возобновляется. С аута мяч вводится Внукову. Внуков владеет мячом. Отдает мяч центральному защитнику. Тут опять Внукову. Внуков продолжение атаки на левый фланг. На левом фланге владеет мячом. Обратно катит своему защитнику. Защитник в центр поля Внукову. Своему опорному полузащитнику. Внуков разводит игру. Но Комшин выбивает мяч головой. Лаша, скользят у него бутсы. Молодец. Красивым финтом ушел от игрока Инфалета. Отдал передачу. Наши атакуют. Рому Старикова толкают в спину. И наши пробьют штрафной. Очень красивым финтом обыграл Лаша игрока. Илья Медведев пробьет или разыграет. Разыгрывает Денисом Куликовым. Куликов передает мяч вперед на Дениса Комшина. Комшин отдает мяч на Лашу. Лаша в середину на Хлобыстина. Тот до мяча не добирается. Рома Стариков не успел перехватить мяч. Мяч идет вправо. Право, по-моему, опять вышел игрок, который играл в первом тайме, 20-й номер. И мяч у Евдокимова. Евдокимов в борьбе с двумя нашими игроками зарабатывает штрафной. Метров 27-26 до наших ворот. Наверное, наши сейчас будут ставить стенку. И судья показывает, поднимая вверх руку, показывает свисток. Значит, удар по воротам будет производиться по свистку арбитра. Посмотрим, как команде высшей лиги стандарт пробьет, я так понял, будет бить Денис Внуков. Я думаю, передачу делать не будет, будет закручивать мяч в угол ворот. Да, это делает. Мяч попадает в стенку. Виктор Гусев летит в один угол, а мяч залетает в угол ворот. От рикошета мяч попадает в угол наших ворот, и счет становится 3-0 в пользу команды «Инфонет».
Наши разыгрывают мяч. Наверное, подустали наши ребята, мало замен. И за счет большего владения мяча, за счет более активных действий, и повезло сейчас с рикошетом, мяч летел не сильно, но попал в нашу стенку и залетел в угол ворот. Это был третий мяч в наши ворота. Опять мяч через Внуково по полю. Хлобыстин активно атакует через правый фланг. Харитонович перехватил мяч, но теряет его. На 21 номер вырывается в ворота. Гусев отбивает мяч рукой. Расслабились наши. В течение одной минуты пропустили два мяча. Опять же мяч был у нашего игрока. Все потери мяча. И Гусев сумел среагировать, но никто не постраховал вратаря. И с одного метра нападающий Ильфанета добивает мяч в наши ворота. Счет становится 4-0. Отыгрывает Марчук вратарю. Виктор Гусев делает на Петюкевича сброс. Петюкевич зарабатывает аут. Михаил Харитонович будет бросать аут. Тихонов в середине владеет мячом. Неточная передача. Напрашивается мяч на Лашу. Лаш был один открыт. Почему-то Тихонов Алексей принял другое решение и отдал мяч просто чужому игроку. И тут же нам забивают мяч. Видите, игроки высшей лиги ошибок не прощают. Мы владели мячом на чужой половине. Неточная передача, и забивается пятый мяч в наши ворота. Просто сейчас, наверное, можно сказать, развалилась наша игра. Ту игру, которую строили в первом тайме, которую начали во втором. Сейчас просто в течение двух минут команда пропустила три мяча. Счет стал 5-0. Если в первом тайме этот брак передачи компенсировался еще свежестью и неусталостью, ну, и самоотверженностью, то сейчас, наверное, у ребят уже просто и бегут ноги, и пропала какая-то концентрация. Вышли свежие игроки, и счет, по крайней мере, счет стал 5-0 в пользу команды Ильфанета. Осталось, наверное, не так много времени до окончания матча. Харитонович бросает аут. Петюкевич в борьбе. Теряет мяч в аут. Сейчас команда Инфонет ведет аут. Начинает игру. Опять игра идет через Внуково. Переходит на наше поле. Откидывает опять на Внук. Будет перевод на другой фланг. И уже левый защитник или полузащитник. Это 18 номер владеет мячом. Отыгрывает мяч центральным защитником. Наверное, большое различие в команде нашей, в команде наших игроков и команды Инфонет, что у них передача намного точнее, чем наши. Очень много брака опять было, именно, наверное, за счет усталости. Сейчас первую карточку в этом матче получает игрок Инфонета в центре поля Илья Медведев. Разыгрывает штрафной удар с Денисом Куликовым. Денис отдает на фланг Комшину. Комшин играет опять Денису Куликову. Продвижения вперед нет. Отбрасывает нашему вратарю. Витя обыгрывает и игрока. Опасно это, конечно, было. Но прошел он. Лаша делает передачу через все поле на Петюкевича. Петюкевич владеет мячом. Харитонович делает забегание. Мяч на Тихонова. Тихонов дает Лаше. Лаша бьет метров с 27, попадает в игрока. Комшин владеет мячом, отыгрывает на Марчука. Марчук на Старикова. Стариков на Илью Медведева. Медведев
дает на Колю Марчука. Марчук владеет мячом, отдает на Тихонова. Тихонов в одну касание в стенку, но не проходит она. Мяч у Лаши. Лаша играет в стенку с Хлобыстином. Опять потеря мяча. Очень много неточных передач. Инфолет наоборот. Передачи у игроков намного точнее. Но тоже иногда теряет мяч. Тихонов продвигается вперед на Петюкевича. Петюкевич продвигается вперед, обыгрывает 23-го номера. Тот толкает его в спину и показывает, что судья, что аут будут бросать игроки Инфолета. Хлобыстин поставляет ногу под передачу соперника и ударом от ворот. Вратарь Инфолета ведет мяч в игру. Наверное, до конца игры остается несколько минут. И в первом тайме наши выстояли против команды высшей лиги, сыграв 0-0. Во втором тайме, пропустив сначала необязательный гол, потом второй, в течение полутора-двух минут наша команда пропустила 3 мяча. Хочу напомнить, что сейчас счет 5-0. Последние минуты игры. Инфолет владеет мячом. Длинная передача, которая не нашла адреса у своего партнера. И Гусев будет вводить мяч от ворот. Вел его через Илью Медведева. Илья Медведев опять Гусева, его прессингует. Мяч у Куликова. Куликов обыгрывает полузащитника. Будет делать длинную передачу на Лашу. Лаша не добирается до мяча. Хлобыстин нарушает правила. И 12-й вводили мяч у Ильи Медведева. Илья Медведев отдает на Петюкевича. Петюкевич на Тихонова. Тихонов на Старикова. Стариков двигается вперед. Вправо открывается Лаша. Двигается вперед, он один на один против защитника, качает его финтами, обыгрывает. Наверное, будет бить поворотом, бьет поворотом. Ну, удар получился не сильным, но все-таки завершение атаки. Есть завершение атаки. Инфолет силами пяти человек идет вперед. Головлев убегает от Ильи Медведева, но Гусев перехватывает мяч. Оказывается, было положение вне игры. Наши ведут свободным ударом, начнут игру. Медведев отдает Старикову. Старик в центре поля владеет мячом. Хлобыстин на Тихонова. Тихонов на Петюкевича. Перешли наши. Петюкевич двигается вперед. Большими силами бьет поворотом. Ну, наверное, такой удар для вратаря. Разминка, чтобы он согрелся в этом прохладном зале. Тут бросает правому защитнику по правому флангу. Играет треугольничком там, разыгрывает, держит мяч. Переходит на другой фланг. Судья посматривает на свой секундомер. А команда «Инфолет» владеет мячом. Наверное, для них это был матч не довольно-таки тяжелым. Расчет 5-0. Но в первом тайме более опытные игроки выходили. Оказывается, молодежь вкупе с парой ветеранами, такими как Евдокимов, смогли переломить исход матча. Но думаю, что, скорее всего, на исход этого матча повлияла усталость наших игроков. Сейчас Инфолет находится в позиционной атаке. Наши перехватывают мяч. Мяч у Коли Марчука. Марчук отдает Гусеву. Гусев побивает не точно, а на Евдокимова. Евдокимов в центр ворот на Головлева. Головлев бьет поворотом, мяч попадает в нашего игрока. Михаил Харитонович овладел мячом, но опять мяч у этого в центре штрафной. Марчук перехватывает мяч, двигается вперед, отдать мяч некому. Упал наш игрок. Но нарушения правил не было, чувствуется, устал Коля, но он большую работу в этом матче провел. Видно, силенок не хватает. Лаша раскачивает финтами
центрального защитника, уходит от него. Опять обыгрывает его, тот по откате бросается и уже откровенно бьет нашего игрока по ногам. Судья устно предупреждает центрального защитника. Длинная передача через всю половину поля, находит Комшина. Комшин делает передачу в штрафную, центральные защитники справляются, выбивают мяч. Евдокимов подхватывает эту передачу, обыгрывает бросающего на него Хлобыстина. Стариков перехватывает мяч, мяч у Тихонова. Тихонов должен отдать передачу Петюкевичу. Петюкевич мячом отдает на Лашу. Неточная передача. И команда «Инфонет» идет четырьмя игроками в атаку. Сзади немного остается Внуков. Наверное, пойдет мяч у Евдокимова. Евдокимов владеет мячом, играет в стенку с игроком. Тот дает Внукову. Внуков на левый фланг. Седьмой номер будет делать передачу. Низом передача, Виктор Гусев справляется с ней, забирая мяч в руки. И ведет мяч от Старикова. Стариков отдает мяч на Комшина. Комшин двигается с мячом. Хлобыстин не открывается, открылся в середине поля Лаша. Лаша двигается вперед, проходит двух игроков, отдает вперед на фланг Петюкевичу. Петюкевич с мячом отдает Лаше. Лаша на Старикова. Стариков делает длинную передачу на Дениса Комшина. Наш крайний защитник подключился. Хотел сразу с лета сделать передачу. Мяч попадает в игрока, защитника. И наши бросают аут на чужой половине поля. Тихонов обыгрывает двух игроков. Наверное, должна быть передача или заработать угловой. Да, зарабатывает угловой. Наверное, будет один из последних стандартов у ворот «Инфонета». Потянулись наши центральные защитники на линию штрафной. Постараются выиграть мяч головой. Подача Лаши. Лаша на Комшина. Комшин делает передачу, но Денис Внуков убивает мяч на Грузинского. Грузинский нападающий бьет по воротам левой ногой, но вратарь «Инфонета» забирает мяч в руки. Вводит мяч рукой. Денис Внуков, центр на Никиту, на седьмого номера. Двигаются, перешли на наше половину поля. Евдокимов с мячом обыгрывает Комшина, но Стариков перехватывает мяч. Тихонов отдает на Петюкевича. Петюкевич убирает к своим воротам, нарушает, тот бьет по ногам. Но Петюкевич владеет мячом. Стариков на Лашу, Лаша на Комшина. Какой-то был провал в течение двух минут. Сейчас наши неплохо защищаются и неплохо контратакуют. Но, конечно, стройность игры уже потерялась, как в первом тайме. И, да и счет уже, наверное, позволяет пойти нашим на оставшихся силах вперед. Хлобыстин владеет мячом, отдает Тихонову. Тихонов на Хлобыстина. Надо перевести мяч на другую половину поля. Перехватывает центральный защитник и делает передачу. Головлев в штрафную. Мяч не доходит. Доходит до Виктора Гусева. Тот передает своим защитникам. Илья Медведев владеет мячом и отдает на Старикова. Стариков на Илью Медведева. Катают наши тоже мяч. Мяч у Тихонова. Тихонов на Комшина. Но мяч идет назад. Успевает Комшин. Дает на Лашу. Лаша на Рому Старикову. Стариков владеет мячом. Дает длинную передачу. Ну, наверное, Денис Комшин не достанет этот мяч. Он его не достает. Опять судья посматривает на часы. Игровое время заканчивается. Счет 5-0 в пользу хозяев поля, команды «Инфонет» Таллин. Вратарь начинает через Дениса Внукова. Внуков отдает своим, контролирует мяч. Головлев контролирует мяч. Перешли на нашу половину поля.
Николай Марчук выбивает мяч в аут. Игроки Инфалета ведут мяч руками с аута. Бросают вперед до 20-го номера. Мяч опять уходит в аут. Не в нашу пользу. 7-й номер отыгрывает мяч 18-му номеру Дениса Куликова. Но Гусев окликом «Я» говорит, что он овладеет мячом, набирает мяч и рукой вводит мяч на Алексея Петюкевича. Петюкевич владеет мячом не так быстро. Обыгрывает игрока и теряет мяч. Тут же раздается свисток. Игра закончилась со счетом 5-0. Хочу вам еще напомнить, что сегодня вечером состоится еще одна игра. Команда «Ярви» проведет с 18:00 в этом же манеже с командой «Барда Лиллабейской». А эта игра закончилась. До следующих встреч. Играйте в футбол.